громкий. А вообще у меня такое было даже. Заходил в метро, действительно, люди не понимали, начинали оборачиваться, смотреть, они не понимают, как энергия исходит. Особенно девушка сидела напротив, у нее вообще прошла эротическая циркуляция, она даже потом выбежала из метро, просто испугалась. Не понимаю, откуда это идет. Вот, но нам сейчас надо в это все включить в работу. Значит, что мы делаем? Мы теперь соединяем руки вместе и почувствуйте, это у каждого есть, может быть, вот сильнее, вот слабее. Между руками вот такой тоже этот шарик. Мы сейчас его поймали из нашего центра энергетического в наши руки. Начинаем им пульсировать его, сжимать. Он такой, у кого-то резиновый, да, у кого-то там он такой мягкий, у кого-то там какой-то шероховатый, может быть, каждый ощущает по-своему. Тепло, покалывание. Мурашки похожи. Все чуть-чуть чувствуются, да, мурашки похожи, да. Глаза можно слышать, как не потеряет равновесие? Нет, глаза, оно не потеряет равновесие. И начинаем его тоже растягивать. Вот я сейчас уже чувствую, насколько оно мощное, насколько эта сила уже в нас есть. Как это все представить? Не представляешь? Каждый по-своему представляет. Что я там? Я сейчас тебе свой шарик лови. Вязкость определенная, такая резиновая. Смотри, у тебя практически из центра ладони в центр ладони должен быть такой же бутик. Попробуй представить. Можешь представить по три ладони. Попробуй это подруга. Кому сложно, разогрейте свои ладони. Вы начинаете снова. Магнит должен быть между ладонями на хорошем расстоянии. Поставьте. Да, вот теперь отсоединяй. Ладони прямые. Ладони прямые делаем. И мы чувствуем, как будто бы они начинают стягивать ладони друг к другу, как будто бы они магнитом притягиваются друг к другу. Почувствуйте, все чувствуют? Маша, ты чувствуешь? Да? Максим, он супер, он точно чувствует? Да? Чувствуем вот эту связь. Нам сейчас ее важно именно понять, что она есть, что мы ей можем манипулировать, мы можем ее выдвигать. Иногда бывали такие моменты, когда я просто вот этот шарик настолько накачивал, что запускал его на расстояние другого человека, и он чувствовал такой энергетический удар по лицу. Есть такие мастера, которые даже восточные мастера, такие, знаете, как в фильмах, дедушки такие с бородами, с усами такими длинными. Они настолько развивают себе эту энергетику, что могут сбить на расстояние там, 15 метров гроздь винограда с дерева. Понимаете? Лошадь с какой рассказывали. Кто? Лошадь с какой? Лошадь? Некоторые даже до такого, да, доходят, что даже могут лошадь посмотреть на скаку. Это все мы будем применять потом в энергетической технике. Но сейчас мы это делаем для того, чтобы нам почувствовать, как мы работаем с человеком. Я уже говорил, что когда мы, вот на массажном столе перед нами лежит, да, когда мы начинаем с ним работать, мы можем эту энергетику в него запустить. И дальше потихонечку через мягкие прикосновения начинаем работать с телом. Повторяйте все движения за мной. Повторяйте. Особенно те, кто чувствует, да? Как будто бы мы работаем с человеком. Начинаем глубже в него внедряться, начинаем более энергетически делать движения. Заметьте, как я с ноги на ногу перекатываюсь. Относительно своего движения. Вот, теперь смотрите. Сейчас упадем ваш. Давай сделаем паузу.